В этом году исполняется 240 лет со дня рождения виртуозного итальянского скрипача Никола Паганини. Значимое событие в мире музыки. Артисты мастерской скрипичного искусства посвятили этой дате целый концерт под названием «Посвящение Паганини». И в этот вечер они на сцене Нижегородской филармонии. Солирует обладатель гран-при более 20 международных конкурсов и победитель нескольких телевизионных конкурсов 17-летний гений скрипач-виртуоз Матвей Блюмин. С ним в дуэте исполняет партию фортепиано победитель международных конкурсов Александр. В программе концерта звучат произведения Никола Паганини и других классиков. Нижний Новгород 13-й и последний в гастрольном туре, и по признанию артистов, город их приятно удивил. Ну, это известно, один из культурных центров России. Известен с давних времен еще, когда здесь все великие музыканты выступали и продолжают выступать, поэтому... Традиционно мы очень с большим интересом и уважением относимся к этому месту и к публике, которая замечательная. Я помню, замечательный был концерт. Надеемся, что сегодня тоже это повторится. Есть определенный трепет. Это не волнение, это не то, что ты трясешься, боишься, что что-то не получится. Когда сыграл уже 13 концертов только в этом месяце, уже это, конечно, другое ощущение. Это уже скорее предвкушение чего-то особенного, когда ты выходишь и делишься со зрителями эмоциями, а они отдают тебе эмоции, и это всегда очень приятно, да. Вообще, очень красивый город, я был удивлен, потому что уже очень много городов, и это, наверное, один из самых красивых городов, которых я вообще видел. И хоть я вообще не выхожу из гостиницы, когда приезжаю,